Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы собрались здесь, на Новодевичьем кладбище, чтобы проводить нашего выдающегося соотечественника, советского актера и народного артиста России Александра Васильевича Панкратова-Черного. Вчера, рано утром, этот талантливый артист навсегда покинул нас. Александр Панкратов-Черный был известен своей яркой индивидуальностью, кинорежиссурой и актерским мастерством. Первая волна славы к нему пришла после выхода фильма «Мы из джаза», но его имя зазвучало по всей стране. Хотя пик популярности Александра Панкратова-Черного пришелся на 80-е годы, его талант до сих пор остается востребованным и узнаваемым. Он всегда был разноплановым актером и никогда не отказывался даже от самых маленьких ролей. Александр Васильевич считал, что каждая роль важна и способна стать настоящим шедевром, даже если это был лишь эпизод. Его обожали за его легкий характер, непревзойденное чувство юмора, доброту и отзывчивость. Сегодня наша страна скорбит и собирается здесь, чтобы попрощаться с этим великим человеком, который внес огромный вклад в развитие отечественного кинематографа. Александр Панкратов-Черный оставил нам незабываемые образы и памятные роли в сердцах миллионов людей. Пусть земля будет ему пухом, а его творчество останется с нами навсегда. Помним и любим тебя, Александр Васильевич. Уходят великие, но их талант и душа живут вечно. Спасибо за все, что вы сделали для нашей страны и культуры.